Для меня это очень сложный блок. Была такая прекрасная девочка. Мы с ней в детстве очень хорошо дружили. Ее, к сожалению, звали Полина. Полина Волович. Мы долго с ней были в разлуке, ну, не общались, как-то в детстве играли вместе, потом расстались, я вот в прошлом году ее не стала. Ей было 15 лет. Но за эти 15 лет она очень много всего сделала. Она просто гениальный человек. Она прекрасно знала французский, играла во французском театре и писала стихи и прозу. И недавно вышла ее книга «Полина Волович, я пишу тебе письма», выпустила ее мама. И мне бы очень хотелось прочитать вам несколько ее стихов и отрывков из проз. Итак, близится Новый год. Людям писать ничего не буду, они, конечно, милашки, но я их каждый день вижу. Напишу годам. Дорогой 2014, ты начался как-то уж очень плохо. Но к лету осознал ошибки, подтянулся, и вот ты замечательный год, с которым даже расставаться жалко. Вторая твоя половина была просто прекрасна, особенно на контрасте. Нет, с любовью ты, как всегда, налажал. Но я все понимаю, никто не идеален. Проще говоря, ты был просто супер. Друга мне бы еще такого, как ты, хотя благодаря тебе у меня таких... куча друзей. Дорогой 2015, ты это, держи планку. Не в том смысле, что я прошу тебя начаться с печали, разочарований, позорных моментов, а в том, чтобы, когда ты, сволочь, кончишься, вы все кончаетесь, я вас знаю, можно было бы вспомнить тебя и порадоваться тому, что ты был в моей жизни. Любви взаимной у тебя не прошу, все равно не допросишься. Дай хотя бы пятерку по алгебре. Или по физике. И по физике, и по геометрии. Видишь, какие скромные у меня запросы. Проще говоря, чувак, просто будь собой. Верю в тебя. С наступающим всех! Да прибудет с вами счастье и удача. Или прибудет что-то, я забыла, что правильно. Загадывать желание... подбой курантов готова. Ура! Про Полину и сочинение. Кто не Полина, тому не понять, каково сочинение было писать. Когда холод и снег и чужого айфона, все пытались сложить эти фразочки ровно. Вспоминая все книги, что раньше читала, набивать их снежинки, сдувая с экрана, когда холод и снег и дрожащей рукой вместе, теплые беседы, анализ я строю. Чтобы где-то на дальнем конце телефона со своего, будь он проклят навеки, айфона, кто-то понял всю суть моего сочинения, чтоб учитель все принял, оставив сомнения, каково же на холоде русским страдать. Да, кто не Полина, того не понять. Мой пленник. Мой пленник не весел, вовсе не ест, не пьет, не верит в гадания, не рисует карт. Быть может, он болен? Да черт его разберет. Я каждый вторник
ношу ему шоколад. Я каждый вторник к нему захожу в окно, он каждый вторник ложится к стене, молчит. Если он это так шутит, мне не смешно, но подойти не решаюсь, вдруг он спит. Я каждый вторник сижу у окна, смотрю, вдруг повернется, решит заговорить. Может, он примет теперь тюрьму мою. Пес же привык. Впрочем, не торопись. Я некрасива. Но разве здесь в этом суть? Пусть он не смотрит, что мне глаза его. Если увидит, не сможет потом заснуть. Я же не чужой, не чудовище, что же мне его терзать? Мой пленник все смотрит в пол, тихо шепчет, сгинь. Разве ему понять, каково теперь с каждой его молитвою? Аминь, я растворяюсь в воздухе, верь, не верь. Да, у меня клыки, когти, крылья, шерсть, правда, таких, как я, было время жгли, но это Господня кара, людская месть. Мне отвечать не хотели или не могли. Может, я родом из ада и воли дел. Я же не прошу любить, только бы не молчал. Я б его освободила, если б умела. Пес к ногам жмется сквозь сон, словно кот урча. Пленник все крестится, я все теряю силы. Я все теряю веру, что счастье есть. Что ему перестать? Сколько я говорила. Не умер, такую бы только честь. Мой пленник вчера скончался, я вновь одна. Четыре черные крылья становятся все черней. Что ты молчишь, мой единственный друг, луна? Ты говори, говори, только попусту, не жалей. Моменты. Летняя сказка. Она заливается таким счастливым смехом, что меня передергивает. Если есть что-то хуже, чем быть пустой, так это быть пустой рядом с такой, как она. Где-то фоном шумит море, чайка лениво переходит дорогу, мир застывает. Ты посмотри, моя прелесть. Она нежно дотрагивается до стекла витрины и разочарованно смотрит внутрь. Она вообще все делает нежно, только почему-то не замечает. Или не хочет. Хочешь? Я нашариваю в кармане шорт, смятые купюры и лихорадочно пытаюсь на ощупь пересчитать. Должно хватить, ведь у меня никогда не бывает недостатка в карманных деньгах. Хочешь, я куплю тебе это? Она смотрит на меня огромными глазами. А я понимаю, что потратила бы все деньги, чтобы только этот момент не заканчивался. Чтобы она была счастлива. Чтобы я делала ее такой. Черт с два. На пляж спускаются сумерки. Нам с ней остается всего пару часов, потому что потом все по домам, потом будет ночь. А я впервые в жизни понимаю, что ночь не люблю. Мы сидим на песке и разговариваем. Я несу какой-то бред, наверняка искренний, потому что у меня просто нет времени, чтобы солгать. Рот говорит за меня. Я наверняка пожалею, что вообще начала эту тему. Но это все будет потом. А пока я буду сидеть и рассуждать жизнь. И мне, например, самой очень нравится ее проза. Оранжевая проза. Здравствуй,
Я снова пишу тебе оранжевым маркером. Крашу в зеленые клеточки тетради. Сказали, завтра выпустят, отпустят. Забрали все. Забрали мой любимый блокнот, сигареты, ручку. Сказали, завтра отдадут. Здравствуй. Пишу тебе снова. Врали, что выпустят. Врали, что отдадут. Тетрадь, ручку, сигареты. Обещают, что когда все наладится, когда все будет стабильно, тогда выпустят. Да черт из два. Никогда. Здравствуй. Снова пишу тебе. Здесь уже нет света. Я пишу тебе в полной темноте, хотя в темноте писать очень сложно. Я все равно пишу тебе оранжевым маркером. Я все равно крашу клеточки зеленые. Уже не говорят, что выпустят. Уже не говорят, что отдадут мне сигареты. Мою ручку, мой блокнот. Но я вообще не знаю, зачем я тебе это все пишу. Ведь мои чувства к тебе, а тебе все равно наплевать, что я буду говорить об этом. Я все равно буду тебе писать постоянно. Может быть, прочитаешь и запомнишь.